Эта сливная станция по приему жидких бытовых отходов на улице Профсоюзная на сегодняшний день единственная в Иванове. Сюда устремляются санизаторские машины со всего города. Еще полтора месяца назад это место не пользовалось таким спросом, так как нашлось много желающих производить несанкционированный слив ЖБО. Возникшие проблемы и городские власти занялись вплотную. Как результат, объем принятых жидких бытовых отходов увеличился более чем в 3 раза. Пока станция с нагрузкой справляется. Работает она теперь по удлиненному графику с 8 утра до 8 вечера. И даже в выходные. Стоимость услуги по приему ЖБО снижена с 85 рублей до 50 за 1 кубометр. Власти планируют создать еще 2 аналогичных точки слива на рабочем поселке в районе Козьего болота и на улице Колотилова. Следующий, самый важный, наверное, момент – это работа с надзорными органами, с Роспотребнадзором, с Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области, который в настоящий момент проводит мероприятия по привлечению к административной ответственности выявленных по обращениям граждан города фактов незаконного слива ЖБО. На сегодняшний день это порядка 20 административных дел.